Здравствуйте, туристы-милитаристы! Миру мир, нет войне. Юникорн от QSP. Очень мне нравится ножик. Вот на самом деле я вообще не фанат таких форм, но как-то вот он мне вот абсолютно всем зашел. Давайте посмотрим, что он покажет нам на 5 миллилитровый, хотел сказать. Это все оговорочки, не просто так. Чувствую, сегодня у меня будет какая-то миллилитровая развлекуха вечером. Так, 10 миллиметров, поехали. Ну вот, опять же, хочу сделать такой комментарий именно к самому процессу. Помимо того, что два ножа назад я вам пожаловался, что действительно по новой что-то пошло мне не то с локтями, вообще все, гарантия закончилась, поэтому возврату не подлежит, поэтому болит постоянно что-то где-то. Вот. Но именно когда руки, когда тело и руки в первую очередь сами выбирают какое-то более удобное такое положение, вот это вот именно идет, это не, я не могу сказать, что это прям какое-то ерзание, я не могу сказать, что со мной поздоровались, пизань. Вот. Я не могу сказать, что это какое-то именно ерзание из-за того, что там ножик тупой. А это именно мои чисто вот приколы, именно то, что вот стараюсь как-то поудобнее, покомфортнее. Плюс я еще подумал, в чем может быть как бы причина. Причина может быть в том, что прошлый тестовый день, если вы отмотаете назад, если вы меня постоянно смотрите, у меня там два ножа откровенно сложали. И когда вот ты действительно, когда нужно перерезать, а он не режет, тогда получаются какие-то дополнительные усилия. И именно в этот момент выстреливается рука, выстреливается локоть, как правило, и прочие такие неприятные штуки происходят. Здесь я уже после гориллы опять вспомнил, что с QSP полный порядок. И как вы видите, Unicorn шел бодрее гораздо. Ну, поехали. Так. Нарезаю чисто, но не под прямым углом. И здесь фишка вот тоже, я не знаю, с чем связана, но факт в том, что QSP горилла, которая была перед этим, резала бодрее. Рез чистый, он есть здесь, то есть здесь как бы все нормально. Но когда есть с чем сравнивать, то по неволе начинаешь сравнивать. Но зато вы уже видели, как он сделал своего фиксированного брата на вот этой вот самой деревяшке. Насколько это было круто, насколько это было именно очень злобно, мощно. Прям так. Вот мне нравится, когда прям такими крупными кусками отлетает деревяха. Это прям вот, давайте вот срежем. При хвате, при вот таком вот именно строгательном, вот у меня палец стоит на плавнике и ничего нигде не наминает. Все по красоте, все по уму. Так, снимем побольше и попробуем сделать какой-нибудь там типа перышко, я не знаю, если получится опять же. Знаете, это, ребята, не отмаза, но по факту, те, кто критикует вот такие мои движения, попробуйте как-нибудь. Это, знаете, это все равно, что разница, действительно разница, когда ты, например, стреляешь, да, неважно из чего, пистолет, винтовка, вот ты стреляешь, да, так, и как бы, ну, считаешь, что ты молодец, что ты классный, что ты просто рожден с пистолетом в руке, бла-бла-бла, туда-сюда. У меня были такие по молодости лет о себе самомнение, что я вот весь такой прям попадаю, потому что особенно там на каких-нибудь, типа, этот у нас был в свое время, помню, это были прям 90-е, электронный муляж Макарова. То есть сам по себе пистолет, именно вот как пистолет, не пластиковый, ничего, чтобы именно чувствовать. Но он и был, именно был электронный, и я там набивал 98, 99 из 100, то есть типа крутой же, да? Вот. И ты такой как бы ждешь одобрения
инструктора. А инструктор у меня, он был такой очень... Ну, дело даже не в том, что злой, он был очень веселый дядька такой, на выдумку. И вот когда ты пробегаешь круг по стадиону в бронике, после этого делаешь там какое-то количество, я уже не помню, какое количество там отжиманий и так далее, и сразу после этого, вот ты вскакиваешь в это отжимание, и сразу после этого начинаешь стрелять, вот тут приходит понимание, как говорится, процесса, понимание ситуации. И здесь то же самое, когда ты только что там на вынос выстругивал все это и так далее, потом ты встаешь делать какую-то вот именно красоту, какое-то типа там перо, да, у тебя просто, ну, рука говорит, стоп, подожди, вот у нас же движения-то, вот они идут. Так, а в любом случае каких-то супер кружев у меня сегодня не получается, все такое идет широкое. И, ну, вообще не сказать, что тонко. То есть я здесь не берусь себя хвалить и говорить, что здесь что-то я изобразил. Ни хера я не изобразил, по сути. Надо было высыпаться. Так, ладно. Поехали, оливка. Хорошо, прям хорошо. Вот. Единственное, что, опять же, у меня сегодня такой день QSP получился. И как-то интересно, из одного фиксида и двух фолдеров Unicorn прикольный, в руку, классный, все здорово. Но вот чисто вот по легкости именно работы, по вот каким-то вот этим движениям всем, Gorilla как-то он прямо вот, там прям клиночек как будто тебе помогал. Как будто какой-то читинг был. Так. Здесь у нас просто неровная поверхность, и видите, соскакивает отсюда и здесь выстругивает. То есть дважды строгание на одном месте. Не, все хорошо. Так, ребя, стоп, секунду. Здесь у нас 14C28N. А здесь... Chrome 8 Molybden. 2 ванадий кремний. Железка другая. Производитель один и тот же. Но угол заточки, скорее всего, тоже разный. То есть вопросы пока что остаются без ответов. Ну, вы уже в комментариях под фиксидом наверняка мне на все ответили. Так. Окей. Кокос. Поехали. Мякоть завиднелась, значит, будем считать, тест пройден. Тестовые упражнения, скажем так. Все по красоте. Так, и бумажка. Бумажка. О! Просто идеально. Раз. Вот это вот так должно быть. Так должно быть. Все. Молодцом. Суперский нож. Красивый. Собран классно. Повторюсь, с учетом того, что это вообще вот далеко не мои формы. Я больше такой по скиндушникам. Но вот как-то мне единорожек прям запал конкретно в душу. Очень понравился. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока.